Награду за развитие технических видов спорта в Приморском крае получил коренной амурчанин Сергей Логачев. Уроженец Константиновки в составе сборной Владивостока стал чемпионом России по мотокроссу. Пока в Приморье спорт расцветает и развивается, кроме медалей, сборная «Восток» получила сертификат на 500 тысяч рублей для покупки оборудования по обслуживанию спортивных мотоциклов. В Приамурье же судьба чемпиона по спидвею остается под вопросом. Почти 10 лет такой технический вид спорта, как спидвей, гонки на мотоцикле по льду, находил поддержку у властей и укреплялся в области. Однако сейчас власти обратили внимание на ущерб, наносимый стадиону «Амур» от масштабных гонок. Новый министр спорта и физической культуры Амурской области Юрий Кретов пояснил, что от таких чемпионатов довольно сильно страдает ледовое покрытие стадиона, дорожки приходят в негодность. Министр также отметил, что к нему с вопросом проведения чемпионата уже обращались представители мотоциклетной федерации области. Ни отрицательного, ни положительного решения Министерство спорта пока не приняло.